Всем привет! С вами Азбука Атимантики, и сегодня мы поговорим о том, что такое глубина просмотра в метрике. Глубина просмотра – это количество страниц, которые пользователь просмотрел за один визит на сайте. Метрика – это сервис веб-аналитики от Яндекс. Он предоставляет владельцам сайта отчеты о состоянии их ресурса, количестве переходов, источников трафика и так далее. В стандартных отчетах метрики можно узнать количество страниц, которые открыл пользователь за одно посещение ресурса. Это и есть глубина просмотра. Яндекс заинтересован в том, чтобы выдавать правильные ответы на вопросы пользователя. Он нуждается в полезных и информативных ресурсах. К примеру, по одному запросу пользователь видит 10 сайтов. Он будет заходить на них поочередно, пока не найдет полезную информацию. Именно тот сайт, на котором он остановится, перешел различные разделы, полезен для человека, так и для Яндекса. Такой ресурс станет чаще появляться в результатах тех или иных запросов. Вот почему глубина просмотра – один из поведенческих факторов, влияющий на позиции сайта в выдаче. Он не является основным, но учитывать его необходимо. Данный инструмент – один из самых популярных среди всех аналогичных сервисов. Интерфейс у него простой, а отчеты точны и понятны. Чтобы метрика начала анализировать ваш сайт, на него нужно установить счетчик. После этого можно смотреть отчеты. В метрике присутствует отдельный отчет, который так и называется – глубина просмотра. Найти его очень просто. Перейдите в раздел «Стандартные отчеты», «Посетители», «Глубина просмотра». Система выдаст вам необходимые данные. Также в отчетах можно сортировать показатели. К примеру, найти данные глубины просмотра для мужчин из крупных городов. Такая функция может пригодиться для анализа поведения целевых посетителей. Глубина просмотра в Яндекс.Метрике – это один из показателей, который указывает на полезность информации в различных разделах сайта. Также с его помощью можно судить о том, насколько удобно настроена навигация на сайте. Например, если у вас большое количество переходов на целевую страницу, а показатель глубины просмотра низкий, то скорее всего причина в неудобной навигации или ошибка в дизайне. Выясните, на каком этапе пользователь уходит со страницы, проанализируйте эту информацию и постарайтесь понять, почему так происходит. Сложно найти в меню нужный раздел, слишком мелкий или полупрозрачный шрифт, внутренние ссылки в текстах не выделены, из-за чего пользователь не знает, что они кликабельны, а может дело в переизбытке рекламы и всплывающих окон. За поведением пользователям на сайте поможет следить инструмент Webizor от уже упомянутой Яндекс.Метрики. Он записывает посещения. С его помощью вы сможете взглянуть на свой ресурс глазами посетителя, проделать его путь. Это поможет быстро найти ошибку, придумать решение проблемы, устранить ее и повысить показатели глубины просмотра. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом видео на блоге. Ссылка будет в описании под видео. С вами была Азбука Атимантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.